Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы будем выпекать пирожки с мясом на творожном бездрожжевом тесте. Невероятно вкусное тесто, нежное, с хрустящей корочкой, а начинка просто класс! Выпечка сытная, понравится всем без исключения. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной. И радуйте свою семью только вкусными, ароматными домашними пирожками. Сначала мы приготовим начинку для пирожков. Нам нужны будут следующие продукты. 2 луковицы, 400 граммов фарша, 1 красный болгарский перец сладкий и соль перец добавляем по вкусу. Сначала мы берем луковицу и нарезаем кубиками. Я вам советую начинку приготовить заранее, так как начинка в пирожки кладется остывшей. Если вы сразу приготовите и наполните пирожки этим фаршем, у вас просто они не получатся. А вообще я сегодня приготовила для вас очень вкусное творожное тесто без дрожжей. Пирожки съедаются быстро. На раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем лук. Болгарский перец сладкий также нарезаем кубиком. Лук обжариваем до золотистого цвета. К слегка обжаренному луку добавляем фарш. Фарш обжариваем до готовности. Также добавляем болгарский перец. Начинка вкуснее и сочнее. Теперь не забываем посолить и поперчить фарш по вкусу. Можно добавить любые специи. Начинка для пирожков готова. Теперь ее нужно остудить до комнатной температуры. Готовим творожное тесто. Для него нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов творога. Я брала домашний творог. Если вы берете в магазине, то берите жирностью 9%. Одно яйцо, пол чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 140 граммов мягкого сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя и 300 граммов муки. Значит, берем все продукты и смешиваем. Творог, сахар, соль, разрыхлитель только отставляем в сторонку, яйцо и масло. Используя погружный блендер, все перебиваем до однородного состояния. Затем к муке я добавляю разрыхлитель. Перемешиваем. И частями добавляем тесто. Вымешиваем сначала тесто ложкой. Затем замешиваем тесто руками. Творожное тесто очень вкусное. Нет никакой расстойки. Сразу приготовили и сразу же выпекаем. Очень удобно. Тесто послушное в работе, с ним легко работать. Вот смотрите, я уже вижу, комочек собирается, руки практически чистые. Не обязательно перебивать все в блендере, но так тесто однороднее, нету комочков творога. В общем, делайте как вам удобно. Немножко оставили муку для посыпки, 2 столовые ложки.
Тесто мягкое и очень послушное. Разделяем пополам. Затем берем, раскатываем одну часть и делим на кусочки. Стол слегка присыпаем мукой. Берем каждый кусочек теста, растягиваем. Я пирожочки делаю небольшие. Никаких скалок, все вручную. Затем выкладываем мясную начинку. Теперь формируем пирожки, все очень просто. Защипываем края, как обычно. Вмакаем руку в муку. Переворачиваем швом вниз. Подровняли, придавили и пошли дальше. Можно приготовить с любой начинкой. Я выкладываю на силиконовый коврик на небольшом расстоянии друг от друга. С этого количества теста получается 20 небольших пирожков. Духовочку включили разогреваться. Сверху пирожки смазываем яйцом. Это обязательно. Можно еще по желанию присыпать кунжутом, маком, семенами чиа. Кто как любит. Я сегодня ничем посыпать сверху не буду. Духовочка уже разогрета. Вы знаете, такой быстрый и простой рецепт выпечки пирожков. Особенно кто любит бездрожжевую выпечку, кто на диете, может испечь эти творожные пирожочки. Пирожки ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень. Режим вверх-вниз. Творожные пирожочки выпекались в духовке 40 минут. Творожные пирожки с мясом готовы. Невероятно вкусная, ароматная и быстрая выпечка. Радуйте свою семью только домашними пирожками. Они самые вкусные. Ну а теперь осталась лишь дегустация пирожков. Смотрите, они у меня небольшие, румяные с обеих сторон. Разламываем тесто. И вы только посмотрите, пирожки с мясом на творожном тесте готовы. Сочная, ароматная начинка. Сверху тесто хрустящее. Внутри влажные, очень вкусные пирожочки, все мягкие, румяные. Смело готовьте. Очень нежное тесто. Я желаю всем вам удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. Подписывайтесь на наш кулинарный канал. Готовим с любовью. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.